Вы смотрите новости онлайн. Эпатажный Алексей Панин после новой череды скандальных выходов вновь появился в свете, и не один. Рядом с актером была замечена несостоявшаяся невеста Прохора Шаляпина Анна Калашникова. Несмотря на якобы серьезные намерения, которые Панин имел в отношении гримера Ольги, знатоки личной жизни богемы не считали, что их близкие отношения дойдут до официального брака. Хотя сам Алексей охотно рассказывал о прекрасных отношениях, сложившихся между его дочерью и Ольгой. Светские сплетники как в воду глядели. Теперь Панин посещает светские мероприятия с Анной Калашниковой. Парочка не скрывает свои нежные отношения. Актер и модель охотно позируют папарацци и не сводят друг с друга влюбленных взглядов. По-видимому, их роман находится в самой привлекательной стадии. По мнению поклонников Анны, она попала в плохую компанию. Калашникову в социальной сети заваляли разного рода предостережениями и самыми мрачными предсказаниями. Действительно, сюжет сказки о красавице и чудовище актуален во все времена. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!